Друзья, всем привет! Это Team Spirit. С вами Слава, артист. Мы вылетаем в Дубай. Сейчас уже в Белграде, в аэропорту, да? И спортсмен Ярослав Лепошкин идет. Вот, на беговой занимается. Ярослав себя тестирует, пошел на дорожке, но в обратную сторону. Для чего это было сделано, Ярик? Тренировка. Тренировка перед самолетом. Да, надо тренироваться, быть готовым ко всему. Так, ну что, у нас начинается новый сезон, Ярик, правильно? Как вообще прошел у тебя отпуск? Что-то интересное у тебя есть? Какой-то новый навык у тебя, да, там? Игра на гитаре, фортепиано. Не. Что ты делал в отпуск? Расскажи. Отдыхал как только мог. Выходные как мне проходят? Проснулся, понял, что проснулся рано, уснул. Проснулся еще раз, понял, что еще можно поспать. Уснул, снова проснулся, вот уже два, где-то так обычно. Врубается сразу телек, инста просто. С пультом. Сразу с пультом в руке просыпаюсь. Все, там Twitch, ютубчик. Что-нибудь позалипать с кайфом, покушать, все вот это вот, главное, не торопясь, не спеша, вот в своем темпе, приятно, комфортно. По минимум так пошли вот последние перерывы. А мы улетаем в Дубай, как ты знаешь, да? У нас вот будет турнир. Я готов, сегодня, да. Вот, да, ты приоделся, при костюмчике. Что можешь сказать вообще по мете, которая сейчас, вроде как, она такая не очень приятная, как по мне, потому что герои весьма сложные. Как на кэрри, вот Арквартен, да, Мипа, вот эти вот всякие в мете. Ну, как не он? Все команды же с этими героями играют. Ну да, но это все равно, типа, сейчас считается метой, правильно? Ну, в какой-то мере, да. Вот, и вам удобно в ней играть, неудобно? Судя по квалам в Англию, в принципе, ок, да? Ну, в целом, да, вот они показали, что в целом нормально. Бывают, конечно, моменты, где и мы можем растеряться, пикнуть какую-нибудь фигню. Собственно, вот показала, например, игра против Yellow Submarine, если в базе мы там в итоге взяли Пуджа. На самом деле, Пудж только спасал ситуацию. В итоге он там делал больше всех. Как обычно, вообще дело не в Пудже. Так что не надо тут на него наговаривать, если не будет. А вот иногда бывает, что типа можем где-то чуть-чуть пойти не в ту сторону, ну, в плане драфта, вот именно идеи. Где-то, короче, неправильно расставим приоритет. Начало только сезона. Время покажет. Какой у вас вообще план на начало сезона? То есть вы будете сразу со старта прям уничтожать все такое? Потому что есть такое мнение, знаешь, когда на старте сезона всех выигрываешь, потом под конец что-то как-то угасаешь, да? И у нас ряд будет, инт. Я бы сказал, что у нас обычно как раз настрой и подготовка ко всем турнирам одинаковые. Как мы играем, это уже, конечно, более такое дело лично каждого. Какие команды сейчас для тебя, наверное, самые трудные, проходимые на этом турнире будут? Выдели хотя бы две, одну. Блин, ну сложно, если честно, опять же, все-таки мы не играли. Не играли браки вообще с ними, да? Ну, я имею в виду более там какие-нибудь китайские коллективы, азиатские, там, с некоторыми европейскими играли, но в целом обычно, ничего особенного. Ну, короче, на турнире увидим. Что и было раньше. На турнире увидим все. Турнир, конечно, тоже все видим. Турнир, это они все и показывают, силу команд. То есть КВшки-то КВшками, но какая, сколько ты выиграл КВ, если в финале проигрываешь ты. Кстати, тут еще одного покемона веселого. Господи. Самая веселая тройка в киберспорте, по-моему. Как у тебя, Мага, прошел отпуск вообще? У тебя было что-то веселое вообще? Я лежал, но не спал. Почти. Ну все, так и ходи. Что будешь делать во время полета? Я фильм буду смотреть. Ну, я смотрю просто фильм, который я уже видел. Гарри Поттер. Вот, кстати, я бы хотел посмотреть, но не сейчас. Я тебе скажу еще. Ну-ка, давай, давай, подождем. Лицо со шрамом, криминальное чтиво и солд. Ты что-то смотрел? Да. Шестое чувство смотрел? Ну, я не смотрел. Не смотрел? А, все, качай. Тупизна какая-то, наверное. Качай. Где я скачал? У меня Netflix, ну, Netflix, это... Все, понял, брат. Как у тебя начался сезон вообще? Ну, сидел в доту, играл. У тебя, в принципе, все комфортно? Да, просто... В идеальной форме? Да, я сидел в доту, играл. Только и все, да? Только в доту играю. Ну, типа, как мне еще форму набирать, если не играть в доту? Так развлекался. Паблики полюбил? Не очень полюбил паблики. Ну, это риторический вопрос. Я, кстати, тоже в отличной форме, но я уже знал, что я в отличной форме, и поэтому я, наоборот, сохранял ее. То есть просто не играл. Чтобы не забить свою голову какие-то ненужные информации какой-то. Сейчас мне и так вся самая необходимая. Ему так лучше делать. Нужно типа вот так положить просто. И отойти от него. Да, брат, пожалуйста. Хвала вам. Подскин. Как надо полететь? Хвала вам. Ну короче, вайбы веселые. У нас скоро посадка уже. Будем выдвигаться. Лететь там 5 часов до Дубайска. Приземляемся, едем в отель, сразу заселяемся. Все вам покажу. Я не могу, это вообще дебил какой-то. Вот и перед посадочкой у нас такой вот кадр. Шмот, оцените шмот. Спутится шмот. Нашего мидера. Так, это кто? Umbrella. Сколько стоит? Да похуй нет, 1150 долларов. 1150 долларов. Вовитон. Сколько стоит?
500 рублей фейк. 500 рублей фейк. Так, штаны Grange style. Штаны порванные нахуй, собаки разорвали. Собаки разорвали. Собаки разорвали. По факту там 1500 рублей. 1500 рублей, да? И ботинки. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Не, ну это что? Это куда собрался? А, ботинки-то ладно. Это куда? Не, ботинки-то ладно, а вот это. О! Нет, ладно, ладно этот носок, а вот этот. Проснулся просто на скине. Не, ну подожди, где мы... Одну причину, почему у тебя раздельный скин? Мужики. Окей, вот это как? Боты, собраны на свалке. Ботека Винета. Носки, молния Маквин, наверное, какие-то. Не, носки Бакс Банни. Бакс Банни, да, у нас, значит, такие. Шаровар чисто, ну... Какой чел? Резины сделали, я не знаю. Модный? Что он такую хуйню на себя налепил? Че он налепил разные носки даже, да, прикинь? Ну прикинь, у него все разное, вот он просто... Да, тут Nike. Бог еще, это вообще, ну, жесть. Футболка известная всем, еще с Америки. Да он домогается, блядь, это пиздец. Знаешь, сколько она стоит, блядь, и бабла не хватит. Новый сюжет для фанфиков готов. Да. Ладно, все, у нас посадка минут через 10-15, и вылетаем в Дубай. Поснимаешь? Бро, я на дачу отдыхать, а ты сиди тут, гни в своей Европе. Ё-моё, тихо, не ослепи всех нас. Ебать, а чё все-таки бомжи сразу стали? Take it, бро. Посмотри, как мир выглядит, это пиздец. Ну-ка. Не, реально все бомжи. Ну, надень. Я очень мощный, брат, очень мощный. Все, теперь точно отправляемся на посадку. Минут через 10 вылетаем в Дубай. Будем там к вечеру. Увидимся. Йоу, прилетели мы в Дубай. Йоу, все супер у нас. Йоу, как добрался? Прекрасно. Чел три раза пытался сесть, с третьего раза, с четвертого раза получилось. Ты спал весь полет? Не, я читал, смотрел аниме, потом я слушал подкаст. Ой, короче, успешный успех, пиздец. Ты все успел сделать. Да. Вот забанили, да, на все фейки ваши. Как ты к этому относишься вообще? Вообще похуй. Тебе как бы все равно, да? Но я на фейках не играл. А, да? Так что мне... До фени, до белого коленя. У нас Мирослав прилетел часа 4 назад в Дубай, да? Он летел из Польши, не с нами, поэтому мы его не потеряли, все нормально. Ярик, как тебе погодка, атмосферка? Да солнечно что-то немного, это в Дубае все. Это из-за меня. Ну да, тут что-то слепят всякие, ходят. Какой у тебя план на сегодняшний вечер, расскажи, оставшийся? Ну надо добраться до отеля. Так. С этим пока что не факт, что все будет хорошо. Как обычно, я его убью. А потом покушать и спать на боковой сразу. А там зайти в Доту там... посмотреть, что там. Блядь, посмотри на него. Ты думаешь, у него намерение на этот турик типа выигрывать его или что? Че, пришел в очках в Панаме? Не-не-не, мы тут все серьезно играем. Что, в компы еще играть? Не-не, мы все серьезно, мы тут стараемся, ребята. Меня тут на шашлык позвали, честно. Не-не-не, КС состав. Меня позвали, чтобы шашлык сделать. КС состав, выиграл дачу, значит, мы тоже должны, правильно? Тим шашлычный. А, конечно. Ты сегодня кто-то будешь играть? Да, давай, да. Мы сегодня кто-то будем играть? Да какие? У меня сейчас джетлаг бобей. Джетлаг. Разница во времени вообще есть? 3 часа. Да? Да. Ой, что-то поплохело тоже немного от такой новости. Сразу голова закружилась, короче, там ноги уже... Надо все, надо идти спать. Ладно, ждем трансфер. И попку обмениваем на... Куджа. Это типа шутка, трансфер, понял? Без комментариев. Гордишься этой шуткой? Я просто рандомно кинул, все. Чего так несерьезно, реально, ну... Вам не хватает серьезности в жизни или что? Вы пытаетесь ее наверстать? Я считаю, кто познал жизнь, тот не спешит. Йоу, у нас, значит, прямое включение из фейк-такси. Сегодня у нас в программе Магомед. Кстати. Здравствуйте, Магомед, представьтесь, пожалуйста. Шоу жу. Очень спасибо, приятно познакомиться. Здесь у нас Вячеслав. Ну, он будет, как сказать, непосредственно принимать участие в нашей программе, но, скорее, он будет больше наблюдателем. Да, супер, давай. Я буду судьей. Можно я буду судьей? Нет, ты будешь чисто наблюдателем. Что у нас в программе сегодня? Что-то не затонированная машина вообще. Что-то мы договаривались. Ладно, походу придется несколько приколов опустить. Тут у нас смена владельца. Я фонарик. Зачем? А я Ярик. А ты Магомед. А у нас передача про Магомед. Магик. Первый вопрос у нас, пожалуй, будет... А, Магомед, вы где родились? В России. В России. Ну, говорит, в Махачкале. Согласен. Да не, я просто, ну, опущу эти подробности. Ну да, в принципе, почему вообще нам эти подробности? Нас интересует только поверхность.
может быть, Вячеслав, вы подскажете, какой-нибудь интересный. Так я же наблюдатель сказал, я типа... Я вас повышаю. В данный момент? Да. Мага, сколько океанов в мире? 5. Или чисто? За Атлантический тихий. 2. Все на ледовитый. Ну, ну, еще вот эти два, еще которые... Два. Ну, все, да, ну, все, ну, всех знают. Ну, какие? Ну, тихий. А, индийский еще один? Ну, тихий. Индийский. Тихий? Индийский. Тихий океан. Слышал? Фактический. Я называл. Так. Это 100 рублей мага заработал, правильно? Так, такси же так работает? А нет, давай, если он проиграет, он пешком идет дальше. Если хоть один раз проиграет. Да, в принципе, слава богу, пойти такси пешком пойти. Блин, ну, слушай. Ну, как идея. Сколько, так, ладно, если не вопрос, значит, много бит. А сколько в доте героев универсала? 35. Гуглить? Да, да. 37. 37, правильно, ответ. Поближе. 37. 37. Ну, все, выходи. Все, да, получается. Давай. На 2 километра пешком. Друзья, мы едем в отель. Покажем вам, как что. Скорее всего, идем в практисы. Покажем практисы, если они есть. Еще неизвестно. И рум-тур бахнем. Ну, короче, по красоте, как обычно, все. Пригнали к отелю. Вот, у нас встречает Мирослав, наша четверочка. Как тебе отель? Шестерочка. Вот уже шестерочка наша. Как тебе отель? Ты здесь уже 5 часов примерно, да? Ты прилетел из Польши. Отель заебись. Бомба. Все супер. Да, практис тоже хороший. Что ты успел сделать за 5 часов? Сыграл паблик один. Реально? Посмотрел ББ против Cloud9 в общем в КС. Допы 40 раундов, 45 раундов. Прикольно было. Мы играли ББ. Сейчас будет третья карта. Практис нормальный, все комфортненько, все нравится. Да. Сейчас спать ляжешь. В ванну и спать. И поем. Ну, вообще, черт. Потом не, ну, проснусь, поем и пойду спать. Не, ты потом проснешься, у нас медиа день, брат. Не, мы на отдыхе. А, все. Мы же в Дубае. Вайп у человека такой же, как у Ярик. Ярик заходит, такой говорит, ты шашлыки едем жарить. Мы же на отдыхе, ребята. Конечно. Проснулся. Я спал с шашлыками уже, я готов. Проснулся, дал за. Все? Спал. Завтра мы едем на, в общем, шашлык, на сафари. Ага. На доске покататься немножко, да? Вейкбординг. Да. Поспим в обед. С акулами. Сначала по пустыне катаемся, потом резь. Потом с аравами кальянчик. Проблемы белых. Кофе черный. Возможно. Кофе черный вот. И вот кальянчик. И туалетик. Потом банк. На паркете. Потом банк с шашлычком. Желательно все перед официалкой. Это то есть у вас зарплан такой, да? Завтра. Потом повторяю. Все. Но пустыню меняем уже на океан, например. На корабле, на яхте пока не ясно. Ну, короче, немножко гибко у нас расписание все-таки. Ты расскажи, как будет завтра. Проснешься 10 утра, пойдешь на 8 просыпаешься. Реально? Я не встану, ребята. 9 счета там медийка. Мы встаем в 8 утра, и у нас 9 медийка. Вообще охуеть. Ну это жесть, это жесть. Но потом свободен будешь зато. А, ну там праки у вас? Ну, я. Там у нас нет свободных. Только праки на яхте. Ты приехал на турнир играть. Какой свободный? Да, мы, в общем, будем играть с, в общем, Бурдж-Халифа вроде сверху самого просто здесь. Там вроде у нас вообще практис, тогда она будет, конечно, чуть-чуть подняться. Да, чуть подняться. Да, там связь с космосом, типа, там быстрый интернет очень. А ты где паблик играл, кстати, на каком сервере? На Азии. Пинг 90. 90? Она шла быстро игру? Ну, 5. Ну, сейчас я приедут игроки, наверное, быстро. Да, но сейчас 7 минут. Искала 5 минут, пакет лосс был 20, ну, нормально. На самом деле, выиграл. Типа, мне кажется, что там у всех подлагало, если честно, на этом сервере. Все были с дикими лагами. У меня была медовая спектра и Керри Винга. Тут Керри такая, Винга? Да, тут такая мед. Такая мед. Да, Керри Винга, мид спектра с барабанами. Он на четверке земли играл. Чего-чего? На четверке земли играл. Не, Манки Генги. Не играл? Не, Манки Генги. Нормально. А, ну это терпимо. Идем в номер, идем регистрироваться. И дальше пойдем кушать, наверное. И в практис потом. Двигай, мальчик. Двигай. Чувствую свое доминирование превосходство над всеми другими людьми, кто не находится внутри. Вообще, отельчик такой, да. Отельчик такой, как и говорил Мирослав, в принципе, замок. Твоя честная реакция на этот отель. Медовая реакция твоя. Говно. Не нравится очень. Пальмы какие-то типа дешевые, даже не золото. Испанская, да? Нет бриллиантов и золота. Не знаю, нахуй мы приехали. Такой нищий отель. Уезжаем? Ну, бля, придется пожить. Живое с Дмитрием Корбаном попали мы в номер, и тут такой бонус есть. Даже сдвигать не придется. За нас сдвинули. Да, Дима? Watch your back, my friend. Ладно, Дима, нужно 3 света, как с тобой выжить в этой комнате. В принципе, номер. Стандартненький номер. Вид из окна. Приятно, но вы ничего не видите, потому что очень темно. Покажу с утра. Ну и самое интересное, туалет ванна. О, йоу. Замок какой. Здесь душ. То есть ты можешь душ, а я пока в ванне. Снова душ, да? Так, нормально. Так, все, перемещаемся, практис.
Вот оно место. Первый раз. Место. Место Твиттера Кормана сразу. Ну, это мое место. Пушка бомба. Пушка бомба. А это зачем? Это мое лучшее место. У нас на прошлом Дубае тоже так было. А, серьезно? Была, реально, да. Мы все чили на кровати все. Это теперь наш смокинг лаунж. Да. Заходим, подложимся под одеяло и... Ванна, туалет. Все как обычно, в принципе. Ну, довольно, народ. Тебе хватит столько места? Да. Пойдет, да? Ну, потихонечку. Ну, мы потерпим. Что поделать? Мы потерпим, если надо. Мы приехали участвовать в турнире, а не на курорт. Как вообще прошла подготовочка у вас? Все жестко? Все супер? Новости не вкатились вы? Мы отдыхали. Ну, я знаю, что вы отдыхали, но все равно вы играли квалификацию. Нет, мы сыграли квау, готовились, потом просто отдыхали и все. Ну, вы чувствуете себя как? Ну, турнир пока никак будет. Все, я понял. Ну, как обычно. Дело такое. Команды, с которыми ты играешь на турнире и на квалификациях, они немного разного уровня. Угу. После первых игр уже будет понятно, что к чему, как вообще. Что? Едем в аэропорт или дальше играем? Нет, даже не смеем, мы выигрываем. У меня чуйка, брат. Let's go. Так, у нас здесь еще балкончик такой есть приятный. Да? Дети просто шикарно. Карточку выиграл, выходишь, да? Да, Дальчик? Блин, на самом деле, вайб умеет. Вот баня, вот клянусь. Баня тоже, right? Он даже... Ну, типа, один в один. Ну, не один в один, но очень похоже, я бы сказал. Ну, если убрать только вот эти, блядь, знаешь? Даже балкон почти так же открывается. И так же вот так. Нет, правда, скажешь, чуть другой. Тут побольше. Сразу больше, да. А есть вообще этот плюс или минус, что на Бали? На Бали? Нет, это минус, конечно, не Бали, но без шансов. А, да? Ну, да. Все, понял. Нет, не без шансов. Ну, неприятненько. Было. Конечно. Какой у вас план сегодня? Я видел, Илюха заводит матч, да? Заводит паблик. Заводит матч. Паблик. Так не говорят, а вот... Ну, заводит странно. Ну, типа, ищет игру, скажи. Ну, да, завел, ну, типа, завел поиск. Заводи поиск, брат. У вас нет такого реально? Че, серьезно? Не, подождите, подождите, в комментариях напишите. Вы корешам говорите, типа, заводи поиск. Все это говорят. Нет, говорят рекой. А, да? Ну, это, видимо, кейсерская история, да, Соня. Кейсер же немножко отстраненные, ребят. Ты пару дня пойдешь? У меня планы посмотреть, сколько игра ищется, отменить поиск, пойти покаваться, спать лечь. А, неплохо. У меня поесть, можешь посмотреть какие-нибудь каточки, так чисто. Ну, с мозгом одним. Так чисто, взглядом. Ну и пойти спать во вход. Ну все. Супер, да, на этом будем заканчивать наш день. Классный, продуктивный, прикольный travel day. Завтра у нас медиа-день в 10 утра, поэтому увидимся. Пойдем отдыхать, спать, кушать. Следите за Team Spirit в нашем телеграм-канале и узнавайте первыми во всех главных событиях в жизни команды. И не забудьте посмотреть закрепленный пост, там вас ждет приятный бонус. Так, ну что, друзья, доброе утро. Прямое включение. Йо, what's up? С Ярославом. Мы проснулись, улыбнулись, хотим кушать. У нас обед. Ну, завтрак, да, для кого-то. Сегодня, как вы знаете, у нас медиа-день, будет много активности. Как мне сказали, у нас медиа-день будет до 8 вечера, до 9, с 2 часов. Сейчас примерно, сколько, 12 сейчас. И поэтому первый пойдем на интервью с Мирой, потом интервью с Яриком. Короче, будут интервьюшки, потом проходки, фотки. Ну, все как обычно. Как у тебя, Ярослав, утро началось? С момента чего выспался? Ну, нормально, но недавно только началось. Ну, это я знаю. Я сегодня не особо выспался, но вот, потречку. Давай, ходи. Твой ход. Знаешь, типа есть мат в 4 хода? Да, но он за белых. За 3? 3. Ну, за 4, как бы, но... 3. Ты что делаешь? Так сидя делаешь. А тут другие правила, ты что, не знал? Это же Дубай. У них дубайский шахмат. Я срубил, она назад встает. Это бессмертная? Ну, почти, да. Надо так короля добраться. Я могу типа так же сделать? На клетку. Короче, пойдем. Ты говорил, не выспался. Да, не выспался, не мог уснуть. А схавал мелатонинчик в итоге. А, получается, и нормально уснулся, сразу там минут 30 прошло. Ну, короче, нормально, раздупляюсь. Вот, так, короче, после ресторанчика, да? Место для себя слабо. Не нашлось, к сожалению. Это... Блин, ну садись тогда. Я отлично выспался. Я слышал, мне кажется, абсолютно всех соседей с утра. А что они делали? Не знаю, просто голоса их слышал. Что кто-то ржет, кто-то идиот говорит. Ничего, слышно, говорю. Серьезно? Конечно. А мы вот с Диманом живем напротив бэтбум, прям за стенкой, я вообще ничего не слышу. Тихо тренируется. Да. Типа шепотом. Как вообще думаешь, бэтбум покажет себя? Блин, не знаю, давно не играли, посмотрим. Ну, от них вот новый игрок, да, вроде? Способный. А? Новый игрок, минус пьюр. Тоже верно, да. Ну, говорят, что в целом не жалуются. Значит, я думаю, стоит ожидать достойного результата, достойный. Минимум 5-6. Это достойный результат 5-6? Смотря как часто занимаешь.
это место. А для нас какой будет достойный результат? Один. Топ-1, правильно? Да, другие не принимают. Вообще? Да. Без вариантов? Да. Но это хороший настрой. Мне кажется, если, в принципе, все постараются, будут играть хорошо, ты реально хорошо играл, там, постарался, все было четко, но не удалось первое место занять. Неприятно, да, но не прямо критично, наверное. Нет, если мы въебаем, то я ливаю. Других вариантов не принимается просто. Ладно, все, давай перейдем к меню. Что тут у нас есть, смотри. Ну, вообще какая-то полная фигня. Стартер вообще фигня, как мне все не нравится. Арбузный салат. Это авокадо, арбуз, огурец, яблоко, сыр. А арбуза нет почему? Арбуза нет. Блин, вот хамбургезы как будто можно было бы. Это южноамериканское как будто. Ростбургер по-любому. Ростед йеллоу чикен. Не, ну это фигня какая-то уже. Просто белая курица. Желтая курица. Курсу. Не, перебор. Лобстер, осетра. Что-то все тут на морском, да, я смотрю. Так, кальмары. Так, нам принесли первый салатик. Сок ватермелон. Салат ватермелон. Кстати, действительно ватермелон. По десятибалльной. А салат больше авокадо. Семерка. Там же вообще в салате было авокадо, огурец и ничего вообще, ни одного слова про арбуз вообще. Как странно. Это арбуз? Да. Но он не очень сочный. Он с какими-то специями насыпал, да, на него. Он еще в жиже весь какой-то. Ладно, это полная хрень. Я подожду бургер, мне очень не нравится. Да, сыр тоже ассай. Ярослав, вы недовольны? Да, съел соленейший огурец какой-то. Ну, так ты уже устал от жизни, попробовал от жизни все и такой... В этом что-то есть, если это не кушать. Да, ты все. Да. Там даже помидоры. Оп-оп. Микс такой вкуса, да? Фу, это просто отстой. Знаешь, на старте... Вообще отвратительно. Да. А в конце, да, после вкуса, типа, вот, что-то есть. Что, они такой же. Оп. Можно. Ребята, никогда не заказывайте себе ватермелон, арбуз. Нет, салат. Закажите, чисто попробуйте. Не, никогда в жизни. Ну что, Денчик дал интервью свое первое в жизни. Волновался вообще, нет? Ну, в целом, да, мандраж. Мандраж был, да? Да, да. Меня тряслись. Вот так, короче. Почему-то... Были интересные вопросы какие-то? Да, парочку было. Так. Составить топ-5 игроков года. Ну, как ХЛТВ есть, ну, топ-20, ну, топ-5. Ага. Типа, топ-1 артист? А, нет, артиста там даже в 10 тысячах не было. Нет, там не в 10, ну, не миллионов, придумай, наверное. Ну, не придумывай тоже. Ну, он назвал? Ятера, Коллапс, Мира, Мепошка и я. Нереально? Ну, конечно. Ты просто свою команду назвал? Ну, да. Так остальные, типа, и незачем их добавлять. Ну, в принципе, да, они же что, не выиграли? Нет, ну, я потом еще одну команду вместо про себя. Ну, другой список. Так. Квин, Тофу, Эйс, Селлери и Дурачо. Я добавил другой список по 5 игроков. Денис у нас весьма умный, своеобразный парень. Ну, есть немного. Так, ладно, отправим сейчас на интервью вместе вроде с Яриком. А у нас потом еще 2 интервью, потом еще интервью, и потом у нас будет мейкап, проходки, фотки, все подряд. Короче, стандартный медиа-день, да? Да не стандартный, на самом деле, медиа-день. Почему? Потому что он очень длинный, мне кажется. Ну, кстати, да. А тебе не нравится такое вообще никогда? Люблю. Когда... Ладно, я даже не буду так говорить. Что? Ну, когда быстро заканчивается. А, да? Да. Вообще все в жизни? Нет, не все, но именно интервью... Медиадень, да? Блядь, медиадень, это когда быстро кончается. Ладно, как тебе вообще то, что мы вот ходим каждый день по 10 шагов? На самом деле, иногда я чувствую себя крысой. Да? Как будто я в катакомбах, и я крыса. И в моменте кажется, что скоро я начну есть сыр, и еще чем-то заниматься. А у меня вырастет хвост. Сыр не ешь. Обычно сыр я не ем, но вот почему-то... Захотелось. Вот, чувствуется, вот сыр очень хочется похавать немножко. И в паму я где-нибудь полазить. Короче, прикол в том, в этом отеле, то, что здесь, чтобы дойти от лобби до номера или до практиса, нужно пройти вот 8 тысяч коридоров, 9 тысяч поворотов, 4 лифта. И, короче, ну, пройти нормально. У меня уже сегодня что-то 5 тысяч шагов, вот это тоже. Да. Ну, здоровье. Поймал тут Мирослава после интервью. Что спрашиваю тебя, Мира, были интересные вопросы какие-то? Может быть, что такое прикольное? Ну, вообще, да, на самом деле. Это первый раз за много времени, что нас, типа, что-то новое спросили. Мы с Илюхой там подрассказали историю нашего знакомства. Так. С самого там, ну, это с года 15-го было, как мы ездили на ланы в Украине. А, это было, когда ты маме звонил его и отпрашивал, да? Да. А, ну это я слышал. И вот в целом всякие такие мемные вот истории из жизни более, так сказать, лично. Ну, наконец-то хоть кто-то додумался спросить что-то вот вне доты, типа, подготовились ли вы к этому, в общем, турику, как вы будете вот играть серьезно, не серьезно, что-то, ну, новенькое спросили, это прикольно. Возвращаемся в практис. И так получилось, что Мирославу пришлось отдать, доиграть маги.
Как думаешь, Мага справился вообще? Если нет, я буду очень расстроен, потому что там катка уже почти была выиграна. Там прям немножко оставалось, да? Ну, надо было просто спушить трон. Если он с этим не справился, ему нельзя играть на спорт. Ну, Мага четверка, это нормально. Мага на любой роли может, не? На Гере. Да. И на три. А на миду он как, так? Ну, если его в миде не, в общем, закрывают, если он стоит в фарме, то нормально сыграет. Там на Магусе, на Аксе мидовом миде он там бегал. А ты играешь на каком сервере? На дубайском? Нет. На Европе? На Си. А, Си? И там лосс, не лосс? Все жалуются, что здесь типа интернет, невозможно доту играть. У тебя такая же история. Типа лоссы бывают не так часто. Угу. То есть там по минуты по две за всю игру, просто пинг 90 тоже как бы не совсем приятно. Пинг 90, чувствуется, ну, да. Все-таки такие дилеи между кликами. Мы пришли проверять, как Мага выиграл на белке. То здесь я ушел. 6-5 было. На, в общем, 38-й. Сыграл 7-7 нормально, купил хуйню. Победа есть победа. Ну все, плюс поинт. Сколько дало? 25, четко. Ну да. 25 из 25. Мага лучше. Отправляемся на мини-день. Краситься, фоткаться. Не-не, у меня вопрос к тебе, Мага. Как тебя на четверке на белке? Потому что вот Мира сказала то, что, ну, сложно было тебе справиться. Но... Когда ты играешь и на своем компе, когда ты играешь на своих стройках. Ты же настраивал, типа, я на себя. Но я не все настроил. Ага. Ну, ты выиграл. Да, я выиграл. Ну, Мир сказал, что надо был трон сломать просто, и все. Нихуя. Я просто нажимал кнопки. Я в файте находился, я нажимал кнопки, но у меня типа ничего все сделали. Ну тебе понравилась вообще четверка? Да вообще кайфово играть, ну типа, ничего не делаешь. Хотя чего выигрываю? То есть это лучшая роль. То есть да. Вот так вот. Четверка лучшая роль. Бай, Мага. My phone, it's a gift. Look, take it. Can you order a taxi, presumably? You can sit there. Can you please take this car? Yeah, you can take this car, it's okay. Давно работаешь здесь? Да я подрабатываю. Подрабатываю. Подработочка. Денег много не бывает. Только работа. Приехал в Дубай играть турнир. Ну просто типа... Да, так я еще и подрабатываю тут. Ждем трансфер, не трансфер. И идем краситься. После мы пойдем к Иксу, потом к НСу. Короче, еще контента. Пушка. Все, прости, краситься. Ярик, пойдем. Так вон, пошел краситься уже, а пассажир. Я жду в своей очереди. Как в клинике. Давай спешить его, чтобы не получалось так. Вот. Да, это вообще... Это база. Левое дело. Да. У тебя лицо плавало? Ну, само расплывется. Тут главное терпение. Да. О. Мага, не улыбайся, пожалуйста. Тут она, ну, нормально красит. Прямо делать их, что ли, еще? Да, пожалуйста. Давай. Нет, смущать мы не собираемся, конечно, все, извините. Здесь у нас вот гость нашей программы. Да я, блядь, основной игрок как-то теперь играю. Да, у нас получается как нужно. Замена. Мы уже мыслили, что... Кто кроме меня? Аналог истории Team Spirit Academy. В каналах или... Аналог. А где мы сейчас? Дубай. Турнир как называется? Да. Так это не дача. Ну, это да, тут был особняк, скорее всего, называется, что ли? По двум отелям, сказал так. Тоже нужно. Ну, вообще турнир хороший. Сегодня медиа-день, это, пожалуй, самый лучший день во время турнира, как всегда. Вряд ли может быть что-то лучше. Вот, и просто наслаждаемся медиа-днем. А почему ты фермер? Просто Айрат ничего не делает на медиа-дне. Это для него лучший день, где работает Айрат уже фермер. Нормально было там? Ну-ка, еще расскажи это в камеру. Я не знаю, что это значит. А что ты мне говорил, вот твоя работа, ты вообще ходишь, ничего не делаешь, ну-ка давай. Да, я до сих пор считаю, что работа Славы состоит лишь только в том, чтобы просто ходить везде за нами и держать камеру. Вот. А вот ты сейчас справился. Но, окей, порой, да, ему приходится испытывать нелегкое, непростое время, когда уже от своего же контента начинаешь испытывать жесткий кринж, но работать-то продолжать надо. Вот, Слава с этим отлично справляется, он герой. Алик, подрежь, чтобы просто в конце была Слава, он герой. Спасибо. Да, я до сих пор считаю, что он герой. Ты можешь...
можешь выбрать. Это примеры. Все, что ты можешь сделать. Потому что у нас ничего серьезного. Мы здесь отдыхаем в том числе. Расслабляемся на чили. Любые эмоции. Показывали. Сейчас начинаются вот эти камины. Покажи кошечку. Так, парни отправляются на съемку, где пожилые люди будут описывать персонажа или предметы в своем стиле, то есть как они это видят, как они понимают. Должно быть весело. Уго, посмотрим. Ну, одежды совершенно все закрыли. Сказать, что он воин, я не могу. Пока что Слепак подошел под это описание. Я уминает. Блин, уминает. Вот немножко непонятно для меня, что за рыбы там. Был в аквариуме или что? Стопром возле рыб. Типа он еще пост какая-то вот такая какая-то, типа все там светлое, да. Что-то больше? Да, инвокер. Короче, я пару раз видел, ну, типа название. А ты делал вид, что не знаешь просто? Ну, конечно. Не, на самом деле, это инфа, вот эта вот, от бабки, которая, типа, мне этот герой не нравится. Да-да-да, сейчас. Иногда вот. А мужик там тоже, типа, ну, я думаю, там вот, да, короче, ага, да. Спасибо, ребят, на самом деле, да, вправду. Сильная информация. Пригнали на следующий формат. Тут будут снимать всех пятерых. Вроде должно быть прикольно. Знаешь, в чем будет заключаться это видео? Ну, я вот на столе, если что-то будет делать, походу дальше. С тобой на столе будет делать. Не-не, скажи, в чем будет заключаться видео? А мне стоит знать? В принципе, нет, наверное. Да все, поговорили. Ну все, спасибо. У нас тут Евгений. Евгений, бывший наш монтажер, оператор наш. Теперь... Чем спирит, да, лазбол? Наш общий бывший, да. Я прилетел в Дубай к своим бывшим. В формате какой будет у нас? Да, будет формат под названием «Это ты». Так. Как игра на PlayStation 5. Каждый будет отвечать на вопрос про своего, ну, грубо говоря, кто больше всех спит. И все пишут, значит, например, Мира больше всех спит. Да, и потом это все обсуждается. А, ну круто. Рофл, в общем, все очень легко, напряжно. Здорово, замечательно. Ну, мы же на даче, как по-другому. Естественно, на даче, как бы, шашлыка не хватает. Ярослав, кто больше всех спит в команде? Я. Да? Да. Тут даже никто кто меньше всех, секунду кто не меньше всех спит в команде? Думаю, Дэн. Дэн? Да. Кто больше всего смеется в команде? Мага. Гуморист я. У вас? Я. Ну, где-то наравне, я думаю. Наравне у вас, да? Да. Кто больше всего занимается спортом в команде? Дэн. Да. Не, ну, бля, ну я занимаюсь, но не то, что спортсмен. Не, ну просто ты больше всех приложил. Ну, все, в доту играет в команде. Илюха, чё я? Конечно. А кто меньше? А, уже, тут уже не очевидно становится чуть-чуть. Тут у нас три кандидата немного такие. Ну, Клаус, Мир и я. Смотрите, в, собственно, достаточно простой формат. Я вам говорю какой-то из разряда факт или описание человека. Вы пишете своего сокомандника непосредственно. Вот. Кому это больше подходит? Готовы? Да. Кто из вас может опоздать на самолет? Раз, два, три. У меня Ярик Мира. Да, у меня тоже. Мне Мира. Я просто я. Я не стал. Расскажи, что за история была? Не было такого, на самом деле. Не, просто Мира, я уже проспал, но я все равно типа успел. То есть я просто приехал позже всех. А Ярик просто проспал. А Ярик просто проебал рейс, так что считаю, что я... А, ты не досмат, Мир. Оценочка медиактивности какая у нас? Вот такая. Для меня это классик. Просто just waste of time, that's all. Really? Okay. No, waste of time, that's all, guys, mates. Me. Так что это все вопрос был? Кому не понравился ваш музыкальный вкус? Короче, мой, да. И все сказали, да, мне не нравится мой музыкальный вкус. Нет, не только его. Вот, господин, еще один. Чел. Nine Mike, High Angel, Friendly Tag. Посмотрите на это чмо, блядь. Кого ты слушаешь? Nine Mice, Sky Nine Angel. Nine Mice, Sky Angel, Friendly Tag. Каблак? Аблак. В Питере душа. В Питере братва. Вы более грустные. А ты кого слушаешь? Почему никому не понравилось? Да вообще, я на самом деле не знаю, на основе чего вообще было сделано. Вообще не слушаешь музыку. Ну да, никто даже не знает, что я слушаю в целом. Идет 6-й час медиадня. Мы не устали. Мы заряжены. Мы только разогрелись, правильно, Люх? Ты зачем камеру включил? Ты сам попросил. Сидели, заебись. Ты сам попросил. Я не просил ничего. Не, я Люху взял камеру, сказал, включи, я хочу сказать пару раз. Боже, слов. Блядь, давай. Да, в принципе, нормально, что, необычный медиадень, очень длинный. Он пиздец длинный. Да? Да. Недоволен ты уже.
Не, нормально на самом деле. Но обидно только то, что в доту не поиграть, а так нормально. Из-за того, что медиадень, или из-за того, что здесь пинг? Из-за того, что медиадень. Но пинг мы пофиксили, но мы не расскажем, как. Никому, блядь. Секретик. Да. Уезжаем на Саша 7 медиадень. Уже конец. Уже чувствуется, что мы на финишной прямой. Двигаемся сейчас к Никсу. Будем сниматься по зуму. Интервьюшка. Вот. Еще такие пассажиры есть. Вот здесь. Ну, нормально. Вот, едем к Никсу, вот. Да, компания. К Никсу едем. К Никсу. XD. Мы едем к Никсу. Ура! Ну, погнали. История такая. Я вам сейчас раздам по 5 карточек. Вон они приготовлены. Здесь фокус питинга. А на этих карточках изображены скиллы. Ваша задача, не показывая карточки своему сокомандику, попытаться издать такой же звук, который издает не сам герой, а сама Dota игра. Спародировать звук нажатия скилла. Это вот, например, вау! У Солова. Может быть, вот вы вместо спародируете, мне кажется. Играем. Веселимся, ни на что не играем. Если хотите, можете на что-то поиграть. На жизнь. Издаю Фукуджа. Нужно тиммейту рассказать другому тиммейту звук ульты персонажа. Нормально, прикольно. И, ну, вот как вот ульту Магнуса, например, показывает. Если не покажем, то ту сирену, типа, они что-то звук. Ну, это легко будет. Подожди, вот сам друг. Топака, наверное. Нет, там... Это невозможно, согласен. Это невозможно, согласен. У тебя умный, типа. Там вообще нет звука, как будто если нет бимов. Ни по кому не попадает, как будто просто отменяется. Посмотрим, как парни справятся, интересно даже. Все, парни отстрелялись. А у меня здесь вот такое вот есть. Опять ты, да как так-то можно? Ты мне уже так надоел. Ты правила знаешь? Правила? Да. Встать? Нет. Поздороваться? Да нет. Давай, я могу встать. Еще хорошее правило. Здороваемся только один раз. А потом только прощаемся. Футбольный клуб? Нет, больше все. Да, я футболист. Ко мне не видно. Ко мне не видно, что я футболист. Ты вообще видел себя? А что тебе не нравится? Что тебе не нравится? Не буду говорить это на камеру. Походу, что-то в Сиэтле мы пропустили. Че, как у тебя настроение? Да, я заебался, хочу жрать. Медведь дни, да. Очень сильно хочу кушать. А вы папа играли кто-то из вас? Да, 4. Сыграно. На каком регионе? Европа. На Европе? На Европе? На Азии? Я не играл вообще ни одного. Тут все говорят, что вообще жесть. Ну, я думаю, Европа. Но на Азии будто бы тильт играть, так-то еще хуже, чем на Европе. Несмотря, что там пик получше, но просто там игроки в 10 раз хуже. Там можно просто про игрокам договориться, надо пасть к сервису. Можно, я думал об этом, но будто бы навряд ли кто-то согласится. Будто бы дальше. Увидите еще, брат. Вот гнись, брат. Брат. Ты его брат называешь? Я не раз брат. Брат. Меня ни разу брата не назвал. Все, я тебя каждый день называю братом. День первый. Брат. Больно. У НС и Ярика отснялись, теперь мы идем сниматься к Никсу. Фуф. Так, ну что, друзья, у нас заканчивается медиадень, подходит к концу. Все, уже финальная стадия. Последние съемочки прошли. Вот сейчас вот Ярик снимался в плюшках. Все рассказывать нельзя, все показывать тоже нельзя. Да, оказывается, все, что я снимал, показывать тоже нельзя, потому что все будет в эфире, и это должно сначала выйти в эфире. Вот. Потому что, ну, спасибо, что объяснил, да. Мы уважаем всех. А как тебе плюшки, как тебе форматы? Я знаю, ты смотрел до этого? Я смотрел точно с Булком, я смотрел вот именно, ну, то есть оригинальные плюшки, немножко видосы, там 2-3 где-то. Подожди, а Никс был? Нет? Кто был до Булка? Никс не было. Купей был, да, вот. Купей я тоже смотрел. Ну, короче, это прям прикольная идея, мне прикольный формат, мне понравился. К сожалению, я был не совсем готов. Если меня предупредили, получилось бы еще круче, но я считаю, что получилось и так тоже неплохо. Так что, ребят, посмотрите. Ну и потом оставить свои реакции уже. Ну, тебе понравилось еще? Мне вот этот контент, да. По кайфу бы еще раз бы снялся. Да, прикольно. Если бы готовился. Да, просто я сегодня на таком вайбе веселом. Ну, не смог нормально серьезное лицо пару делать. Я понял. Ну, там именно надо каменным лицом типа такие сидеть. Как бы, типа, да, такая вот прям карикатура лютая. Да. Ну, Крижа навалил? Конечно. Только его? Не только. Ну, я со стороны послушал вообще, если честно. Ну, потом посмотрим. Сейчас в отель, возвращаемся наш, кушаем. Парни идут пракаться, не пракаться, ну, паблик, ну, не паблик. Кто как, да, там что-то как. Ну, вот. Ну, скорее всего, конечно, будем тренироваться, все сидеть. Уже все-таки скоро игры. А с вами увидимся завтра, друзья. Спасибо большое за просмотр. Завтра у нас тяжелый день, завтра у нас 6 праков вроде, да, 5? Ну, 6, по-моему, есть. Ну вот, короче, мы будем вкатываться в турнир. Вот, ставьте лайки, пишите комментарии и пишите, какой Ярик красавчик.
Да, все ради вас, ребят. Ради контента, ради ваших улыбок. Yeah.